закрыли глазки и почувствовали. 3 капельки упало. Всем 3 капельки. Пока дошколята растут и развиваются, взрослые считают деньги. С 1 сентября этого года в силу вступит новый закон об образовании. Еще часть его положений заработает с 1 января 2014 года. Главное новшество по части дошкольного образования как раз касается вопроса материального. Сейчас родители платят за детский сад из расчета 55 рублей в день, если ребенок младше 3 лет, и 60, если старше. То есть в среднем в месяц получается 1100-1200. Эту сумму родители платят только за питание малышей. Всю остальную оплату коммунальных услуг, работу педагогов и обслуживающего персонала берет на себя город. Потому что по старому закону, который сейчас еще работает, сумма родительской платы не должна превышать 20% от реальной стоимости содержания дошкольного учреждения. Сейчас пока дошкольные образовательные учреждения финансируются из городского бюджета. С 1 января 2014 года мы переходим на финансирование из областного бюджета. В новом законе, в отличие от действующего, не обозначен предел, больше которого родители платить не должны. Но это не значит, что каждый детский сад будет выставлять свой ценник за услуги. Стоимость по-прежнему будет единой по городу. Назначать ее будет, как и раньше, управление образования. Но какой должна быть плата? Вот мнение родителей. Ну, повысить, значит, так надо, наверное. Та, которая сейчас есть, пускай остается 60 рублей, по-моему, там где-то за человека за день. Пусть такое останется. Честно сказать, даже не знаю, сколько сейчас это платят. Ну, как бы, чтобы было это подъемно. Если затраты будут обоснованными, то я считаю, что все подъемно, поэтому можно и такую стоимость как бы одного дня проживания ребенка в детском саду сделать. Главное, чтобы он был ему комфортно, он был сыт. И, в общем, на мой взгляд, не нужно на этом экономить. Пока у чиновников от образования есть лишь предварительные подсчеты будущей стоимости посещения детского сада. Планируется, что родители по-прежнему будут оплачивать только питание своих детей, но уже на 7 рублей в день больше. В итоге подорожают услуги дошкольных учреждений примерно на 150-250 рублей в месяц. Будут ли перекладывать на плечи родителей содержание детских садов целиком, пока сказать сложно. Очевидно одно, если это произойдет, желающих посещать дошкольные учреждения может стать меньшим.